Над Гомелем гучать ритми джаза. У четвертий раз у обласним центрі проходять фестиваль для джазменів і прихильників этого жанру. Подія об'єднала каля 150 музикантів з різних городів Білорусі. Організатором форуму виступає Гомельський коледж мистецтва ім'я Соколовського. Тут, а так само у дитячій музичній школі мистецтва номер 1 ім'я Чайковського, на протягу 5 днів проходять виступлення. Програма включає концерти і творчі зустрічі з музикантами. Ведущие педагоги и выконавцы проводят майстер-классы по эстрадно-джазовым вокале, игры на саксофоне, бас-гитары и контрабасе. Подчас круглого стола пойдет говорка о пытаниях навучания детей эстрадно-джазовому выканальництву. До речи, ранее фестиваль проводили как конкурс, однако все лето его организовали в формате концертно-адукационного мероприемства. Коллективы абсолютно разные. Есть коллективы, которые сложились буквально, вот складываются даже в эти дни, потому что участники приезжают из разных городов в Беларуси. Многие из Минска, из Гомеля, Гродно, Пинск, в общем, и есть известные фамилии. В общем-то, суббота – это такой самый фестивальный день. Будет полдня мастер-классы и вечернее время с 5 часов начинают 3 концерта, различные коллективы в разных стилях, разная музыка. У протяг фестивалю на наступном тыдне 10 красовика у колледжа выступить столичный коллектив «Ливчук Джаз Сейшн» с программой «Джаз из Лав».